Крутая копия телефона Samsung Galaxy S7 Edge – самый популярный брендовый телефон в мире. Ее функциональность и отличный дизайн полностью соответствуют дорогостоящему оригиналу Galaxy S7 Edge. И все ее технические параметры успешно прошли тестирование. Ссылку на ваш модный смартфон я оставил в описании под этим видео, обязательно загляните. Пять призраков и жутких существ, снятых на камеру. Обычному человеку в существование потустороннего мира и призраков, которые там обитают, поверить трудно. Для нас достоверными фактами являются видео и фотоматериалы, которые мы находим в сети. А фейк или нет, решает каждый сам для себя. Номер 5. Это видео снято любителем поохотиться за призраками в лесу, где находится старый школьный автобус. В этом месте когда-то давно было совершено зверское убийство маленькой девочки. Убил ее маньяк-водитель этого автобуса. С тех пор это место прославилось своими паранормальными явлениями, привидениями и голос, исходящий из автобуса, который просил о помощи. Также тут были слышны голоса других детей, говорящие одиноким путникам «Привет». На камеру удалось заснять, как дверь автобуса сама по себе закрылась. Bus 166. And I don't have any lighting on, so I'm using night vision. Obviously. But I've got a motion detecting camera, one in the rear of the bus and one in the front of the bus. And I was going to stay on the bus tonight. If I'm going to have motion detecting cameras, one facing this way, one facing back, they'll never stop recording if I'm on the bus. 166. And we're going to see what we see on this thing. And we'll find out one way or the other, right? Very cool. Номер 4. На камеру наблюдения на улице попала странная аномалия. Посередине дороги появилось некое странное и яркое свечение, которое напоминало светящееся существо с крыльями. Естественно, многие пользователи сети уверены, что это ангел, но ангелы в основном не станут показываться обычным людям, тем более в своем естественном обличии. Может быть, это редкое природное явление, которое можно объяснить? Номер 3. На этом видео позади парня в окне двери появилось жуткое существо, которое попало на камеру. Качество съемки плохое, невозможно точно сказать, что это было, пранк или призрак, но лицо в окне выглядит довольно жутко. Номер 2. На этом видео в доме происходят паранормальные вещи, самопроизвольное движение предметов и тому подобное. Все признаки того, что в доме поселился полтергейст.
Номер один. На камеру наблюдения ночью во дворе дома попало странное фантомное существо белого цвета, которое прыгнуло с забора во двор. На кадрах можно заметить, как существо будто парило по воздуху. А вы как думаете, что это было? Пишите свое мнение в комментариях.